Я очень... Всем привет, Лера зашла, Лера, привет, привет всем, ребятки. Ну как вы там рассказываете, как Питер? Что интересного? А я нормально, я отлично, спасибо большое. Вы там как? Как погода в Питере? Привет, привет. Серо и пасмурно. Да, мы на ББ приехали. Я не из Куинезбека. Наташа, как всегда, в своем репертуаре думаю, ладно, мне не смотрю, сука, на нее пришла смотреть, я тебя смотрю, ты красава. Спасибо большое. Вас мечта, теперь ношу. Я говорю, ну что, говорю, блядь, девчонки расплакались, блядь. Шоу, блядь, понимают, что нужно, блядь, тянуть. Придется, говорю, Иришка, привет, привет, привет. Все нормально, все отлично. Смотрите эфиры. Дела мои нормально. Кашель перестал, у нас тоже вроде бы закончился. Вот. Так что все нормально, ребят. Блин, ну в ночь выхожу в эфиры, никого нету. Все спите уже, наверное, да? Начал, блядь. Слушай, он все равно слышал. Я говорю, сядь, ты его увидишь. Да, вот Юха стоит здесь. Блядь, наконец-таки. Да, у нас тоже пасмурно, очень душно. Сегодня 30 градусов было в Москве. О, ничего себе, Иришка. Ну, рассказывай. Привет, привет, всем приветики, приветики. А я не скрываю, что у меня в штанах. Че я мне? Мне нормально там все, все шикарно просто. Че я должен стесняться чего-то, что ли? Не, ребятки, я не такой, я не стеснительный. Мне позвонили с дома, сказали видео записать. И чё, и кому ты пойдёшь? Грустный ты какой-то. Если да. Кто такая, какая официал? Ты кому-то, ты кому пойдёшь? Конечно, чё мне скрывать? Я этим смотреть, вот. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Тебе хотела. Безус может. Ага. Понятно. Ну, все в твоих руках. Все в твоих. Все в твоих руках. Все в твоих руках. А кто ругается? Никто не ругается. Есть какие-то свои разногласия, есть какие-то свои там неопределенные меры поведения, как бы, ну, это все решаемо, это все обсуждается, и как бы, ну, кто здесь как бы так сильно прям не ругается.
На улице духота, короче, вообще конкретное желание бешеное имею. Блин, короче, все из соцсети, короче. А кто это там у нас снимает? Все, да? Алина! Вы же не знаете, может вам петличку одевать надо. Может вам подпудрить нос. Подпудрить? Я не разжался за тем, чтобы меня пудрили. Мне прихода хватило. Прям видно же, что вот прям... Я когда посмотрел, реально видно было. Алин, ты все? Практически. Пошли. А что, уже пора? Ну да, мало ли нас что там. Так, Ник, я пошел печати ставить. Украдет и позовет. Там ничего еще нет? Нет. Нет еще? А что тогда идти туда? Hello, hello, hello. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Всем спасибо, 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 спасибо. Все, отдаю тебе. Пашка зацелованный. Давай. Пашка зацелованный. Которого Пашка зацелованный. Пошли, чтобы к тебе еще приходили тоже. Да. Да, вот, например, вот кто такая, ее просили записать видео, короче, она хочет прийти или ко мне, или бизнес, я хочу, чтобы она пришла к тебе. У тебя же много комнате кровати сейчас свободно. Да. У Паши очень много кровати свободно. Нормально все. Кто свободен? Пашка? Конечно, Пашка всегда свободен. Давайте, давайте, ребятки. Как только я буду занят, вся страна узнает об этом. А пока кайфую. Видите, какие у меня синяки по глазам. Дай поцелуй за глазами. Чисто на битве. Вот такие дела, короче, ребятки. Ладно, ребятки, что, давайте тогда. Я зайду вечером сегодня ночью, так что надеюсь, что вы все зайдете, спать не будете.